Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Комарач на связи. Всех рад приветствовать в очередном видео «Ловим без прилова». И мы с вами находимся на локации «Тихая вода». И сегодня я вам хочу рассказать о первой рыбе, это верховочка. Верховочка у нас ловится на насадочку жук. Вот он жук, которым я постоянно промахиваюсь по экрану. И глубина от самой низкой где-то до 1,5 метров. Закидываем и будем ловить эту прекрасную рыбку. Верховка. Тоже маленькая рыбка. В реале тоже можно для живца половить. Живец. Очень хорошо на нее тоже щучка берет. Да и в принципе не только щучка. Я думаю, и окунек может взять. Если, к примеру, он так. Ну, килограммового окуня, это, конечно, чересчур. Но если грамм так на 500, думаю, возьмет спокойно. Верховочка. В городах у меня, допустим, в поселке нет, такого не распространено. В городах уже давно продают живца, там, красноперка, верховка. Потом, что ёршика, по-моему, могут еще продавать. Карася обязательно. Платвичка, вот не помню, платвичка, по-моему, тоже там маленькая, там продается. Там много видов, в Юну вроде бы тоже. А у меня такого нету. У меня надо ловить самому. И приходится извращаться, брать бутылку, вырезать. Это горлышко, переворачиваешь, скрепляешь и закидываешь. Ну, если, к примеру, там мелкий вот такой вот живец, как верховка нужен, или карасики, то нормально. Ну, можно пятишку, тогда будет не совсем мелкий, тогда что-то еще и покрупнее туда залезет. Хлеба туда вовнутрь накидываешь, ну или какой-нибудь прикормочки. Закинул буквально 10 минут, ну пусть не 10, там полчаса, вытащил, живец есть. Ну а если хочется получить какое-то такое вот удовольствие, то можно взять удочку небольшую, даже телескопическую, ну не знаю, там 4-метровки, думаю, вполне достаточно будет, или 5-метровки. Крючочек такой маленький, заглотыш туда, поплавочек легенький, что прям рыбка не чувствовала сопротивления. И все, и можно маленькую рыбку ловить спокойно. Так, верховка. Есть контакт. Теперь у нас есть красноперка еще. Глубину где-то 0,5-0,6 можно на нее поставить. И, естественно, наша одна из любимых насадок это стрекоза. Так, вот она, это стрекоза. Дереза. Тоже забрасываем. И в ожидании красноперки. Вот в играх во всех пишется, там красноперка ловится до 2 килограмм. Но я в реале ни разу не ловил красноперку таких размеров. Мой, наверное, самый такой экземпляр большой, но это 150 грамм. Это, наверное, рекорд прям по красноперке. То, наверное, не 150, а даже поменьше. Ну, то с ладошку даже, может, там чуть больше красноперка. Больше я не ловил, не знаю, вот правда. Хотя во всех играх там вес им такой ставят. Где-нибудь бы посмотреть видео, я в интернете тоже нигде не натыкался, чтобы люди, ну, по-моему, на грамм 400 ловят, но чтоб килограмма на 1,5, ну, а то и вот, вот даже на 700, на 760 грамм, такого я не видел, не встречал еще. Если кто знает, то посоветуйте, какой канал посмотреть, чтобы я тоже мог посмотреть, где можно поймать такую красноперку таких размеров, 1,5 килограмма, а то и больше. Я говорю, я вот лично не натыкался на такие видео, где люди ловят такие экземпляры. Вот. Что касается самов, щук, налимов, ну такой вроде как популярной рыбы, да еще и плюс хищной, да. На такие вот экземпляры я натыкался. Экземпляры в плане видео и встречал, а вот красноперка нет, никак, не знаю почему, наверное, ее уже всю повыбивали, повылавливали, ее теперь хрен поймаешь, эту красноперку. Так, как можете наблюдать, вот кива, да, то есть тоже красноперка нифиговая. Так, идет у нас еще ротан. Здесь вот наживка на ротан, это
конечно, чересчур, где-то вот так вот ставим, 1,73 м на ротана, и будет нормально. Но наживка на него идет паук. Я думаю, вы все понимаете, что паук — это очень специфическая наживка и крайне редкая. Потому что, может быть, в дальнейшем как-то еще где-то откроется возможность какая-то фармить вот эту замечательную наживку паука. Потому что очень многие рыбы на него ловятся. Но пока что его можно фармить как? Либо с сундука он может вам выпасть, либо клад. Или он спускается на паутинке, когда его нужно убирать, чтобы забросить удочку. Только пока что я знаю такие варианты. Больше никаких вариантов нет. В магазине я его не встречал. Его нет в магазине. Может, на какие-то акции его вводят, чтобы можно было купить. Если на какую-нибудь акцию действительно его ведут, что можно будет купить этого паука, то я... Вот смотрите, ротанчик. Замечательно. Как... Все как по часам, знаете, друзья. Вот вообще просто замечательно. Идем. Я обязательно куплю. Не знаю, правда, какая цена. Даже если будет 2 золотых там за 15 штучек. Ну, хотя, это навряд ли такая будет. Хотя, все может быть. Я себе немножко бы прикупил. Ну, золото бы 20. Ну, золотишко я бы, наверное, точно бы слил на паука. Потому что очень хорошая такая наживка. Многие, может быть, осудят, скажут: ты что, Герман? Нет, ни в коем случае. Это лучше там эти деньги на лицензию потратить. Не буду спорить, да, возможно. Возможно, в какой-то момент, да. Но так вообще паук — очень нужная насадка иногда бывает, когда закрываешь квест. Так, ротан готов. Давайте потом уже расскажу вам за квест. То, что время. Уж водяной. Интересная рыба. Тоже глубина где-то. Ну, давайте поставим 1,70 м. Вообще до 1,80 м его можно ловить. И он ловится на пескоройку. У меня ее, по-моему, нет. Ее нужно покупать. Сейчас мы ее купим. Вот она, наша пескоройка. 120 за 20 штучек. В принципе, цена, ну как сказать, средненькая. Вроде бы дорогая, вроде бы нет. Но так как получается там целых 20 штук дают, то в принципе нормально, приемлемая цена. Купили и погнали. Уж водяной. Я водяной, я водяной. Как в песне прям. С летучего корабля. И поэтому кто-то скажет: лучше лицензия. Кто-то скажет: золото там на то не тратить, на это не тратить. Да, с лицензиями я согласен. Если у вас, допустим, никаких лицензий нету, ужик четкий, как у меня, то имеет смысл купить лицензию, не тратиться на наживку, даже там если акции или еще что-то. Это да, я поддерживаю. Но если у вас есть свободные золотые монеты, золотишко, вы можете спокойно шакарнуть прям очень сильно и купить себе паука. Если, конечно, его вводят в магазин. Я просто за эти детали не знаю. Я его, по крайней мере, ни разу в магазине не видел. Либо я ослеп, либо его можно добыть только в исключительных случаях. И никак иначе. Все, других случаев просто не предусмотрено. Такое может быть вполне реально. Вполне реально. И это не шутки. Последний ужик. Вот сейчас быстро вообще все поймали с вами. Все замечательно. И даже, может быть, можно посоревноваться с трофеем 592. Максимально 600. Может быть, и получится перебить. Но я этим заниматься не буду, просто потому что не хочется. Все, на этом я заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик и настраивайте, чтобы не пропускать уведомления. С вами была Комарачи. Всем ни хвоста, ни ши, и пока.